Кто, простите? Ты глухой! В смысле, здоров ли я? Нет, не совсем. Поэтому я не могу быстро. Жена-то у вас есть? Когда-то была. Ей можно позвонить? Нельзя, она умерла. Ну, здравствуй, вдовец. Как они нашли твой телефон? Он написан у тебя в паспорте на последней странице. Ты часто стал забывать? Забываю только то, что не нужно помнить. Нельзя с таким настроением к людям идти. Я вообще не хотел ни к кому идти, меня заставили. У нас в студии писатель Валентин Шубин. Я страшный фанат ваших книг. Видел пострашнее. Comment ça va? Как дела? Это мой любимый писатель. Не хотите написать продолжение? Эти герои мне больше не интересны. Ты хочешь отказать человеку, который готов обеспечить тебя до конца твоих дней? А если я помогу решить ваши проблемы со здоровьем? Здравствуйте. Меня прислала Винсента Мари. Мне не нужна сиделка. Вчера мы ничего не написали. Позавчера написали заголовок, который сегодня вы зачеркнули. Давай! Хотите еще пирог? Пироги у вас пока не очень получаются. Вы съели 4 куска. Я должен был убедиться, что прав. Вам дали второй шанс. Вы коти сучите, как комар, откуда их здесь столько? Не знаю, меня не кусают. А самое сложное – это придумать героя, у которого не будет цели. Вам скажут, так не бывает. У главного героя всегда должна быть цель. Но это ерунда. В жизни бывает всякое.